Книга «Открытым оком», тема «Ереси секты», вопрос 447. У католиков есть учение о двух мечах и о власти папы не только церковной, но и светской. Имеет ли это учение основание в Священном Писании? Упоминается ли в Библии об этих двух мечах? Назовите, пожалуйста, эти места. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В нашей книге «К истинному православию» в главах «Человекоубийство и ложь Ватикана» и «Гордость папства» подробно рассматривается эта претензия пап на мировое владычество. Она не имеет никакого основания ни в Священном Писании, ни в нравственном праве на жизнь и свободу людей, сотворенных по образу Божию. На это нет даже намека, и даже более того, Петр назван сатаной, а не только камнем. Значит, они преемники сатаны. Все это говорит о недостатке веры в Бога и в Слово Божие у католиков. Матфея, 16 глава, 23 стих. Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Папы думают только о человеческом, тысячелетиями скрывая Библию от народа. И это изречение Христа полностью относится к папам, как ни к кому другому.